Лучший внук Владус. Чего? Какой Владус? Чего? Да, блин, в смысле Владус? Дедуля, подъем нафиг! Я что-то не понял, а чё это лучший внук Владус? А ну, получай по уху! И ещё, и ещё! Это смешно, смешно! Стоп! Лёнь, ты где? Кажется, дедуля спит, все нормально. Что-то я не понимаю. Блин, нафига я это сделал? Ты чё тут плачешь? Ну-ка, встал быстро. А, чё, Владус? Это дедушка мне сейчас так втащил. Блин, до сих пор башка раскалывается. Лёнь, слушай, ты его лучше не буди. Лучше пойдем свалим просто отсюда быстренько из дома и... О, нет. Нет. А что это он проснулся? Владус, в смысле проснулся? Бежим за мной! А, Лёнь, бежим! Он идет прям за мной по пятам! Так, дедуля, я же не сделал тебе ничего плохого! Просто валим от него и все по стрелочкам, по желтым стрелочкам! А, Владус, он нас сожрет! Не сожрет, Лёнь, нормально все! Фух, получилось убежать! Он что, снова уснул? Дедуля, с тобой все нормально? Секундочку! А, зараза такая! Лёнь, ну нафига это нужно было делать? Объясни мне. Ё-моё, чё у него тут за странные фотографии вообще? Стоп, я что, могу на них нажать? Это я на них понажимал, если чё. Смешной звук. Лёнь, давай пошли. Кажется, мы здесь бежим с подписчиками вместе. Поставь лайк, если хотел бы с нами в Роблокс поиграть. И вообще, надо бы взять кого-нибудь в ролик вместо Лёни. Он меня достал. Кого-нибудь из подписчиков. Ты чё-то говорил? Не, Лёнь, ничего... Я уж думал, навернулся, смотрите, повезло ему. А что это, собственно, за маленькие большие сгустки брокколи? Я что-то не пойму, мы что, бегаем по огромной кухне? Окей, вот и убежали от дедушки. Ну ничего страшного, он нас не догонит. Стоп, там что? Огромный дедушка? Кто здесь подох? А, Владус, я бегу, постереги. Вот как всегда, помер на ровном месте. Вот как это может происходить? Так, спокойно, я не знаю, что эта полоска дает. Теперь знаю. Капец ты, нубас! Ну да, действительно, вообще, нубик просто вообще полный. Пробегаем быстро. Я не знал, что эта полоска убивает. Так, спокойненько. Я не хочу к нему идти. Тут нет других проходов. Меня-то подожди. Да жду тебя, жду, Лёнь. Давай, Лёнь, давай. Вот, проходи. Молодчина. Кстати, если лайк сейчас ставишь, то я покупаю абсолютно все читы. И мы пройдем это испытание со всеми читами, Лёня. Зараза. Сколько ему раз говорил, не толкайся. Блин, Владус, я специально. Блин. Ой, дебил, вот реально, нет слов у меня. Стоп, он что, только что по воздуху прошел? Видимо, этот чел выбрал самый легкий уровень. Смотрите, они просто идут по воздуху, а мы играем на сложном. Тут у нас есть испытание, да, Лень? Да, падай. Ты офигел, что ли? Офигеть, нет, я сюда сейчас не пойду. Подождите, мне нужно дождаться, пока она сделает вот такой вот оборот. Хорошо, быстренько проходим. Все, есть. Владос, извини. За что? Придурочный. У меня просто слов нет, я не знаю, нафига он туда вниз упал. Это еще что за овощерубка? Стоп! О, нет! Так, тихо, спокойно, нет, если меня сейчас придавит огромной морковкой, ну это будет вообще стыдоба какая-то. Да блин, мне это будет не очень приятно. Лёнь! А-а-а, валивай сюда, блин, дебильный. Да, далеко, конечно, Лёня свалит. Далеко, вот прям вообще, вот просто убежит. Смотри, тут какие есть классные читы. Но для этого надо поставить кучу лайков, согласны? Я не согласен. Че это ты не согласен? У меня закончились твои робуксы, задонать мне пожалуйста робуксов. Ага, сейчас задонатил я тебе робуксов, конечно. Перебьешься. Он меня толкнул. Че ты проснулся-то? Кажется, дедуля негодует. Как вот это перепрыгнуть нормально? Все спокойно, сейчас бежим. Лёнь, ты идешь? А кто здесь носки вонючие разбросал? Да иди ты уже вперед, а что ты встал-то? Господи, а. Надо бы от них от всех оторваться, потому что че тут есть вертолет? Нет, ну вертолет я точно должен купить. Но это, конечно же, будет, когда ты поставишь 20 тысяч лайков. А, Владос, какие 20 тысяч лайков? Ты че? Они это никогда в жизни не поставят. Лёнь, да все поставят. Ребят, ага, не смеши мои подковы. Да, Лёнь, да ты чё, у нас подписчиков много. Они все очень классные, поэтому я рассчитываю на то, что подписчик каждый поставит сейчас лайк. Мы 100% наберем 20 тысяч, это легко. Ну, еще скажи, что они вот этот пример смогут решить. Лёнь, это пример вообще самый легкий.
Я не смог решить. Ну, Лень, ты-то потому что тупица. Напишите в комментариях, как решается этот пример. Я уверен, у вас получится это сделать, потому что пример и правда легкий. Напишите свой вариант в комментариях, только не считайте его на калькуляторе. Это будет нечестно, он правда легкий. А, что это происходит? Так, спокойно, 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 ладно. Тут даже не было никакой ловушки. Удивительно. Проходим спокойненько, нормально, неоновые какие-то штучки. Пошли, Владус. Стоп. Владус, я хочу эту машинку. Какую машинку, Лень, ты офигел, она сколько стоит? Ну-ка, ну-ка. 400 робуксов. Нет, Лень, иди-ка ты. Ну, пожалуйста, Владос. Да нет, 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 Лень, тут даже 20 лайков не хватит. Значит так, берем досочку. Я пошел. Да, Лень, да что ты стонешь-то? Ну, что ты сразу плачешь? Давай, устанавливаем доску. Ну, как? Отлично. И зачем нам брать другую доску, непонятно. Ведь мы можем взять эту же самую. И, собственно, на ней мы все пройдем. Мы просто ее будем переставлять из одной стороны в другую. Вот так вот, аккуратненько. Здесь у нас есть проход. Теперь устанавливаем. Вот так вот. Тут прям вообще на тоненьком. Смотрите, как она не отламывается. Собираем. Лень, ты где, зараза такая? Че, досточка мне не нужна больше? До свидания. Я пошел искать Леню. Владус, я тут немножко... Игрульку взломал. Ты чё? Ты чё, на воздухе встаешь? Ты чё? Ты нормальный? Идем обниматься, ребята! Вы же точно лайк поставите? Че это он вдруг подобрел так, а? Я что-то не понял. Ё-моё, вы чё? Вы нормальные? Так, ладно, сейчас, секунду. О, сваливаем, Лёнь! Ёлки-матрёшки. Лёнь? Подними меня, Владу, капец. Ты чё, дурная шоколадка, что ли, Лёнь? Ты валяешься-то, а? Да, встать не могу. А ну-ка. Быстро стал. А, вот другое дело, идем обниматься, а? Что это такое? Что за печенька, с помощью которой мы... А ну-ка. Ой, чё? Он чё такой большой достал? Еще и быстрый. Это выглядит просто эпично. Но нужно рассчитывать здесь просто до миллиметра, так как мы можем спокойно упасть. Леня, куда вообще убежал? Мы почему стали гигантами? Мы всего лишь печеньку съели. Видимо, она была протеиновая. Лень. Извиняюсь. Ты чё, нормальный вообще? Нет, ты чё, да блин, ты так вырвалась. Пошли, ты чё ходишь-то вот так вот с прямыми руками? Лёнь, прости. Просто пойдемте и все. Лёнь, устал тебя ждать. Пошли. Чё это он в руках-то носит? Я понять не могу, он реально с воздухом, что ли, в руках идет? Или чё? Напиши в комментариях, может, я что-то не понимаю. Идём, идём, Владус. А как он здесь так легко прошел? Здесь же доски, они же тоже разломятся сейчас спокойно. Что это такое за место? Смотри, нам туда. Бежим за мной. Что? Это такое. Ну, здрасте, приехали. Эй! Черт возьми, почему он такой большой? Ребята, прямо сейчас вам нужно подписаться на канал. Кнопка подписаться здесь на экране. Нажмите на нее прямо сейчас. Посмотрите предыдущее видео. Как только наберется 20 тысяч лайков, я скуплю весь магазин за робуксы. А мы увидимся уже в следующем ролике. Смотрите предыдущее видео. Увидимся. Пока.